Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей, вы на канале Мой Флакон. И сегодня у нас будет распаковка очень желанного подарка для многих мужчин. Это Creed Aventus от нишевого дома парфюм, топовый, один из самых популярных мужских парфюмов. Он очень дорогой, я бы его не купил, но он был на рождественских скидках. И скидка была порядка 40%. И ну, я не мог пройти мимо, потому что я знаю, что это классный парфюм. У меня есть много других, и мне не очень нужно, но это достойный. Помимо этого, мне дали в подарок книжку какую-то. Здесь про Creed, про сами ароматы, про то, как это... было все основано, что они тут используют какие-то ингредиенты, показаны фотографии их лабораторий. Про сам Creed Aventus написано немножко. То есть, вот, к примеру, The Making of Masterpiece, то есть, как они делают вот это вот великолепие. Я это не читал, может, потом прочитаю и расскажу вам какую-то историю, но здесь много красивых картинок, много историй, ну, посмотрим. Сам этот аромат Creed Aventus, он, как ни странно, он фруктово-сладкий, цитрусовый, но он мужской. Давайте открывать. Расскажите, как вам этот парфюм, потому что я знаю, что есть неоднозначные отзывы, кто-то любит, кто-то не любит. Цена считается очень завышенной. И да, он стоит очень дорого, но скидки можно найти. Кстати, я знаю, есть еще 10 мл у них иногда можно купить. Такие маленькие тревелы, поэтому стоит поискать, если много очень не нужно и иногда хочется. И еще хотел бы спросить у вас, какие есть аналоги, потому что, мне кажется, довольно много аналогов уже вышло. Этот парфюм был выпущен в 2010 году, если мне не изменяет память. И, соответственно, подражаний уже очень много. Так, ну давайте посмотрим. Вообще очень красиво. Черное, серебро. Здесь 50 мл. Купил я это в официальной сети. Все будет здесь хорошо. О, здесь вот такая какая-то красота. Что это такое? Какие-то портреты, наверное, это, да, это сам Оливер Крид, так понимаю. Он создатель этого бренда. И Джеймс Крид когда-то что-то основал, видимо, их бизнес. И смотрим дальше. Здесь... Ну, серебристый такой флакон. Ну, открываем. Черная такая защитная штука. Ну, и сама красота. Ну, конечно, это великолепно. Что ж, посмотрим на то, как это сделано. Мне уже не нравится, что он скрипит. Но... Так, открывается. Крышка пластиковая. Я бы не сказала, что она прям супер-пупер. А здесь пульвик. А что у нас есть? Надпись сзади. Флакон, кстати, классный, красивый. Его очень удобно держать. И он действительно такой брутальный, мужской. Я знаю, есть еще женская версия Creed Aventus. Называется Creed for Her. Без понятия, как это звучит. Если вы носите, дайте, пожалуйста, знать. Вот так это выглядит. Ну, по-моему, классно. И мне кажется, 50-ка более, что ли, красивая. Может быть, немножко меньше стоило сделать эту крышку сверху. Ну, а как вы считаете? Так, давайте же нанесем. Кстати, пахнет уже с пульвика. Нанесем на руку и нанесем на блотер. Посмотрим, есть ли разница. Так, холостые пшики есть, и на третий все случилось, все как обычно. На пулик, ух, распыляет хорошо, классно, довольно обильно. Хорошо, хороший пошел аромат. Здесь у нас получается, я посмотрю ноты сейчас.
классный. Он цитрусовый такой на старте. Ананас, да, чувствуется. Но он такой, знаете, не консервированный, а такая свежесть дает. Заявлено здесь ананас, бергамот, черная смородина, яблоко, потом береза, пачули, жасмин, роза, мускус, дубовый мох, серый амбр и ваниль. Вообще-то хорошо, очень хорошо. Очень свежий цитрусовый старт. Я бы сказал, это свежак. То есть я знаю довольно много других колоний, которые пахнут отлично и стоят намного дешевле. И ну вопрос, но этот аромат, конечно, выделяется. Вот эта вот легкая дегтярность березовая, цитрусы. Наверное, в базе будет тоже интересно амбра и мох. На коже, кстати, по-другому. Поэтому стоит наносить на кожу, когда вы тестируете. Интересная штука, что в магазинах часто просто нету в наличии тестеров, потому что приходят мужчины, пшикают и уходят, да. И понятно почему, но идете там на встречу какую-то или там на свидание. Но попробовать же нужно, прежде чем покупать. На коже он у меня более какой-то сухой, более цитрусовый, фужерный, вот действительно больше в мужскую сторону. Если на блотере это больше какие-то яблоки и фрукты, то на коже я этого не чувствую. Больше мха, ванили где-то совсем чуть-чуть, немножко пробиваются цветы. Но в целом это очень классный аромат, освежающий. Да, супер и очень понятный. То есть понятно, почему его любят, почему он классный. И я знаю, есть еще очень старые версии, первые версии, которые считаются как бы лучше. У меня был такой небольшой от Реванти, когда-то я покупал. То ли просто тестировал, я уже не помню. Но вот что-то я пробовал из старых, и тоже приятно, но он более какой-то интересный, что ли, был на моей памяти. Ну, это здорово, но это относит меня к многим мужским ароматам, цитрусовым, с мшистым тоже, но я не уверен, что за такую цену стоит брать только на большой скидке. Как, кстати, вы считаете? Если вам понравилось, подпишитесь, поставьте лайк и увидимся в следующем видео. Будет интересно.